У Гомель прибыли великие христианские святыни. На минулых выходных православные верники сустрели каучек с частицами мощей трех святых. И он размещен у Свято-Петропавловском кафедральном соборе. Великомученика Георгия назвали перемогоносцем за мужность и за духовную перемогу над мучителями, которые не смогли его примусить отмовиться от христианства, а так само за чудодейную допомогу людям у небеспецы. Приговоренный до смерти святый Харалампий молился, каб у месте его похования никто не покутывал от голоду и хвороб. Святый отдал Богу душу еще до того, как мечката докранулся его шии. Святый покутник Ванифатий был милостивый до убогих и вандровников, оказывал допомогу несчастным. Тогда, когда мы читаем их житие, то, конечно, центральным в их житие является их мученическая кончина за Христа. И важность их почитания для нас с вами, дорогие братья и сестры, в том, что, приходя, прикладываясь к их мощам, прося их помощи, заступничества и равняясь на их житие, мы с вами немножко, чуточку преображаемся сердцем. Так что сами себя настраиваемся жить не эгоистично. Святыня доступна для поклонения до 4 красавика.